С каждым днем Сланск на Кубани становится краше и благоустроеннее. В разных уголках нашего города появляются новые малые архитектурные формы. На этой неделе установили еще один необычный арт-объект, о котором расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Много необычных и интересных объектов можно встретить по всей России. Один из таких – монумент рублю. Самый первый арт-объект российской денежной единицы появился в городе Димитровграде Ульяновской области в 2004 году. На трехметровом постаменте возвышается металлическая прописная буква «Р». Еще одна из таких монет установлена в городе Томске в 2008 году. Она выполнена из дерева и весит около 250 килограмм. А в 2015 году счастливый рубль появился и в Славянске на Кубани на улице Победы. Вот такую необычную монету установили в нашем городе. Ее высота почти 2 метра, а вес составляет около 80 килограмм. Она выкована из металла и покрыта специальной краской. Кованая конструкция – дело рук славянских кузнецов Максима Бондаренко и Романа Задоя. На изготовление необычного рубля ушло около месяца. Это полностью ручная работа, признается Максим Бондаренко. Как бы хотелось, знаете, подарить городу что-то такое эдакое в наше трудное время. Пускай как бы этот рубль приносит всем жителям удачу, пускай как бы в этом городе всегда водятся деньги. Вот. Цель такая, вот подарок чисто от души. За последнее время в нашем городе появляется немало разнообразных и интересных арт-объектов. Все они радуют глаз и поднимают настроение нашим землякам. Славянск на Кубани с каждым днем хорошеет, становится современнее и красивее. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».